Пугачева родилась в нашем городе. Окончила Тольятти музыкальную академическую гимназию по классу фортепиано. Педагоги Татьяна Николаевна Мокшина и Лидия Валентиновна Семенова, а также класс флейты педагог Горская Ирина Вячеславовна. 2002 по 2006 год Оля студентка академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени Чайковского в классе Веры Михайловны Хорошиной. В 2006 году поступила в Московскую консерваторию в класс народного артиста СССР профессора Элисо Константиновны Версаладзе. С 2011 года аспирант Московской консерватории. Ольга Кирпичева – лауреат международных конкурсов, участник фестивалей в России, Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Чехии, Дании, Италии, Китае, Израиле. Моцарт. Концерт номер 12 для фортепиано с оркестром «Ля мажор» в трех частях. Исполняет камерный оркестр «Виртуозы Москвы» солистка Ольга Кирпичева, дирижер Владимир Спиваков. Thank you.
Mm-hmm.